На бейтельну. Я думаю, я буду їздити на танки. Если сварить из всего этого танка. Да, может, что вообще? Люди бы бились бы. Я думаю, за металл. Не, на самом деле из этого хорошо сделать объект такой туристический. Так там тоже на кресте было много. Может, там в Англии, там в Швеции, еще где-то. В Москве то же самое. Я думаю, что факты лучше вычищают все и чуть ли не отель. Они решили, типа, что у нас нет бюджета на это. Поэтому мы зарезервируем спящие бетонные плиты. Как-то так. Мне вот интересно, кто тут приближается к контакту. Ну, что тут происходит? Или правка Емус называют, ну что? Да. Территория. Все, что лежит на земле, 75% государства. Да, а я нашел. Я остальное могу забрать. 25 заберу свои. Забирай. Нет, я тебе говорю, если бы ты разрешили, потому что надо раскапывать. Не просто вот пришел Илья Шима, надо раскапывать. Ну, серьезно, и если бы разрешили, то ну, я тебе сразу бы натащил технику и тебячили бы, потому что металл он сейчас. Зачем тебячить, если этот металл, он еще не нас проржавел, а он еще не нас проржавел. Это почистить, на самом деле все еще тут нормально. И можно использовать реально с него денег гораздо больше, чем металлолом ложится. Прикинь, отель сделал. А прикинь, сколько программы можно посадить. Даже в случае ядерной войны. Купревича новый дом такой. Вниз туда. Парк высоких технологий. Низких, да. Ладно. Парк высоких технологий, я говорю. Да. Головами не бейтесь. Дипсерч. Как это написали? Как это написали? Дипмайн. Белорусская компания Белхард. Хард? Тут должен размещаться Дипмайн. Дипмайн? Ну. Выгреби мне. Не мог. Какого цвета тебе? Что-то другого не видно. Ну, это тоже не было. Тоже достаточно белый. А я жрать хочу. Парк низких технологий. Кто сдох? Ваня, нам с ним никто не увидит. Ну. Но Дашка, тебе придется новый мелок доставать. Это сейчас закончится. Ну это что тут? А? Тут. Как же эта херня называется? Безумная нейронная сеть, которая там Шоготов делала из картинок. Они там блинцам тоже пиздец. Да, я знаю. Какие звуки. Илюша? Низких технологий. Низких технологий. Может, тебе другой мел? Надо было написать Low Page Park. Мы тут уже. Мы уже инфраструктуру развернули. Был. So hard, my face is so strong.
Состронг, черт, я путаюсь все время. А вот, кстати, в Сурроне есть игрушка такая, Аркс Фаталис. Там весь мир построен на 7 уровней вот так вот. My precious. Ну, там воздушная двухэтажная школа, тут ходит. My precious. Моя прелесть. Опа! Нормально, так прикольно. Там химицу было. Физицу. Химицу. Это я писал, это была химица. Это не ты писал, это за тебя было, не умей. А дай за то, что не рисуешь. Не до тебя сейчас. Он там горит. Чего у него там горит? Трубы? Жопа не горит. Трубы горят. Тюлень? Боже, тюлень. Разноцветные тюлени. Человечка нарисуешь? Десятая, да, дошок. У нас есть водичка. Дякую. Тебе, может, еще не указать? Не, я уже выразил себя. Давайте засветим ему кадр. Цветочек. А потом на списке появится олень. Просто олень. Толик и цветочек — это вещи странные по мне. Вы не думаете только... Что, хочешь сказать, что Толян злой? Нет. Нет, Толян не злой. Мило. Конец, пока. Да. Видимо, да. Все по концу. Ну что, тюлени, пошли. А смотри, Low-Tech Park по английски будет Андреандура ЛТП. Так, расскажите, я не в теме, что такое ЛТП. Лечебно трудовой профилактории. Так оно и есть, так и запланировано. Мою идею. Трудовой профилактории. Да? На фонарике. Не знаешь, что такое ЛТП? Ну. Это там, где бронзовый дал. Те маленькие, да? Не горит у него оранжевый. Или она мигает? Мигала? Мигала. Ну, блин, закончится еще раз там. Это что? А? Это что? Я не знаю. Батарея? Сука, знаете, сколько там мела внизу? Да, и так все знают, что мать ваша. Тут те, кто сюда приходит, так понимают, зачем писать. Нам еще подниматься. Да. Нет, здесь. Лучше здесь. Давай. Держать тебя за уши, чтобы ты не убился. Открой двери, когда жарко не приведено будет. Я видел недавно видюшку, как два пса доставали мячик из бассейна. Один свешивается, другой его сзади за хвост держит зубами. Уй! Ух! Уж! Сердца у тебя нет. Ужас! Лямбду здесь нарисуй. О, вот это да! Вот это круто! Двоечка, по-моему, там не было. Нет, двоечка в первом не было. Вот это круто! Это реально. Черт. Егор, пойди сюда, тебе понравится. Вон там.
Выход. И все, смотрите, печенька. Я не хочу его продать. Печенька? По-моему, это печенька. Ну. Печенька? Тогда можно фонарик? А, ты вот так его уже нафокусировал. А, не, не печенька. Нет, это другая хрень. Пошел за печенькой? Не, не, это где-то это обман. Не печенька. Не, что-то плавает, но не печенька. Садись? Нет. А, ну в смысле, да. Я бы тоже посмотрел. Ну, интересно же. Очень интересно. Скажи себя за ноги. Ну, потом поддержим. Ты же этот, выше прямая, ты можешь использовать на виде труда. Сейчас же на лет позже. Можно создать течение. Что, фонарик? Создай. Нет? Ваня, дай фонарик, я тут фонарика боюсь. Слышишь, что, Лян, не надо, мне вдорог мой фонарик. Ладно, пошли. Аккуратно голову. Это да. По этажам ходить все еще не хочется. Да, там просто. Типовая застройка все равно, да? Че? А кстати, я не случайно, что не сможем подняться, не так нельзя подняться. Ну значит, это не делал. Нет, я имею в виду, что по этому пролету подняться. Давайте идти по стрелке. Против стрелки. Седьмой. Я узнал, что у меня есть халфайк, оставить два. Ребятня, тюлени пошли. Ну давай дождемся тут. Морские котики. Где здесь берут морские котики? Тюлени. У меня нет никакого настроения. А все что, очки привязаны? К туше. Чтобы по очкам хоть опознать можно было. Странные. Почему у тебя такие странные очки? Сейчас он тебе покажет. Надо понтануть. Он зажимает же информацию. А, это плюс стекло туда вставляется. Это вот как защита, наверное, или это противопомощь? Ну, эти как защита, если противопомощь. Угу. Оно просто пассивное. Ну да, вот просто пассивное. Нужно респы. Респы. За респы по физике. Да. Я запотел очки. Запотело все. Жалкие трусы даже, я бы сказал. Не верить. Боится без тебя, Толян. Демиург. Ты хоть сейчас записал? Наверное. Да. На четвертом этаже. Там увидите. По-моему, это еще шестой или десятый. Что за херня тут происходит? О!
мы что, тут правда подлазили? Эй, народ, аккуратно головы берегитесь тогда. Нет, здесь, спускайтесь сюда. А вон, Ваня, смотри. Смотри. Что-то закрыто, видишь? Ну, ты думаешь, оттуда полезет многовековой ужас? Так что не надо... А, написано. Там червь. Червь. А что они там зипают? Тюлени, вы живы? Кивни два раза. Что-то голос слабее. Наверное, летят вниз. Тюлени могут жить долго без кислорода. Ребята, какие вы знаете самые интересные места для занятия сексом? С тобой никаких. Просто я так тюленям намекаю. Какое неинтересное место для этого. Я не буду ждать. Я пойду и сниму это на видео. Ну, как это? Будет что внукам рассказать, и еще будет цистит. Ну, не знаю, цистит не обязательно, чтобы было. Они там в воде нигде не прикасаются к чему. Ну как? На руках, на весу, как? Чего? Что на весу, Холодно ж. А так? Так тепло же будет сразу. Холодно. Сразу будет тепло. Ну. Не сиди на холодном. Так, мы что, типа туда идем, да? Хорошо, есть второй бункер, Серега. А, есть второй такой бункер? Какой второй? Ну, вторая шахта, да. Есть физический этаж, да, есть командный. Командное отделение. Да. Вот к какому мы идем? Что это было? Вот. Ты это тоже слышал, да? Да. Я второй раз это уже слышу. Командно. Это голову. Я думаю, оно уже идет за нами. Тут все еще гвозди. Здесь кто кого наказали? Здесь же все эти. Наверняка были. Были бы, точнее. Да ёб твою мать, мы здесь тебя оставим сейчас. Ну вот для чего решетка. Если какой-то дебил орёт ни с того ни с сего. Вот. Закрывают. От общества подальше. Не, ну я хочу туда. Куда? Ну туда вот. Ты там видел все? Так там я не видел, я там видел, я там не видел. Вот там смотри, что-то еще. Пипец. Атас. Что, и ты бы увидел то же самое? Так я бы спрыгнул. Так прыгай сейчас. Так я уже видел. Он же нет. Конца. Тут есть пару сломанных ступенек. Ну, не сломанных, но таких хлипеньких. Акробат Толян.
Хесбр. Ну, у нас такая, видишь, тут радиус небольшой. А там огромный. Ну да. Там спокойно можно толпой стоять. О, может, слышишь, ты мне скинешь бревно, я пойду Ахтунг перекрою. Ты залез сначала и забери его. Ой, господи, друг, блин. Зачем бревно? А, забей, ладно. Да не, наверное, может, она короткая. Ну вот, перекрыть лифтовую шахту, где был Ахтунг, но она, наверное, короткая до этого. А это же такой же длины. Больше. Ай, хер на них. Ахтунг и так понятен. 3 часа. Вот все, смотри, люди себе так лицо подсвечивают. Прохер. А Толян себе задницу подсвечивает. Ужасная. Попа. Как вот сюда нужно было заволочь? Ну что, кто у нас тут? Я на видео сниму даже. А? Пиу. Надо пернуть. С эхом. Это не... Я так дышу. Аккуратненько, рюкзак не пройдет. Что, ляснуться? Давай, иди, заходи отсюда, тут еще будет страшнее вид. Меня зовут Дашики. Это означает залазить бочком. Не оставляйте меня здесь. Бревнами закидайте еще. Но. Ладно, я тоже самостоятельный. Толян самостоятельный, но я знаю, что ты друг. И что в случае чего ты хочешь прыгнуть в пропасть вместо меня. Посмотри. Опять мне придется ждать вас здесь, да? Если кто-то еще захочет прийти за мной. Что там?
Серега, они на подшипе уже. Скорее всего. Нет, понятно, я сегодня не сбил. Спасибо. Ты моя любимая Дашка. Сапожки, сапоженьки, черевички. Спасибо. А я такой думал, нахрен нам сапоги. Не. Слишком отважно шла. Ну да, на камень встала, слетела. А ты с собой брал что переодеть? Да. Я вот думаю, что в лесу как-то переодеваться не хочется. Это да. Но кроме леса здесь ничего нет. Беспалевная. Ну. Розгами бы тебе было бы, а не сапоги. Да-да-да. А, можно там, слушай, точно. Ты умна. И проворна. Тоже придерживался такой идеологии. Главное, вот
Я помню это, а камера пишет. Я видела это видео, как Толик такой с бешенстве. Валя! Да просто я пощелкал перед тем, как ехать, я пощелкал камеру. Не отпаяло, работает или не работает. Да, согласен, было бы обидно, если бы не писала. Мы красавчики. Да?